Пьяный житель Ивановской области жестоко расправился с годовалым сыном сожительницы. Инцидент произошел 3 октября. Следователи установили, 34-летняя мать распивала спиртное совместно со своим 27-летним сожителем и их другом. В это время в квартире находился годовалый сын хозяйки жилища. В вечерние часы женщина отправилась в магазин вместе с другом, а ребенка оставила дома с сожителем. Вернувшись из магазина, она обнаружила, ребенок мертв, на голове повреждения. Следствие предполагает, ребенок погиб после телесных повреждений, которые нанес мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине предъявили обвинение. Скорее всего, его заключат под стражу. По крайней мере, об этом будет ходатайствовать следствие. Выяснилось, что у женщины есть еще 2 малолетних детей. Во время трагедии они находились и проживали у бабушки. Что касается отца детей, он работает и проживает в столице. Возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».